Приветствую вас на канале «Калейдоскоп Вестей». Сегодня, 27 декабря, знаменитый актер театра и кино Эммануил Виторган отмечает свой день рождения. Артисту исполнилось 82 года. Младшие дочери одними из первых поздравили папу с этим праздником. Двухлетняя Клара и трехлетняя Этель весело станцевали для него и исполнили песню. «Дорогой папочка, поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо за то, что ты подарил нам жизнь! Живи, пожалуйста, долго-долго! Твои доченьки Этель и Клара!» Написано в публикации под видео. Эммануил Виторган является многодетным отцом. Он три раза официально вступал в брак и воспитывает четырех детей. Причем младшие дочери актера практически ровесницы его правнуков. Актер уже более 18 лет женат на руководителе театрального агентства 59-летней Ирине Млодик, которая стала третьей супругой актера. У них долго не было общих детей, но уже в 2018 году в звездной семье родилась первая общая дочь Этель. Через год Эммануил и Ирина стали родителями во второй раз. На свет появилась их младшая дочь Клара. Родители души не чают в своих девочках. Этель и Клара стали первыми детьми Ирины. Из-за проблем со здоровьем она не смогла подарить мужу детей сама, поэтому супруги воспользовались услугами суррогатной матери. Несмотря на свой почтенный возраст, Ирина и Эммануил Виторган активно занимаются воспитанием девочек. Звездные родители регулярно рассказывают о детях у себя на странице в соцсети. Они окружили дочерей полноценной заботой, любовью и вниманием. Присоединяемся к поздравлениям и желаем Эммануилу Гедеоновичу крепкого здоровья и долгих лет жизни.